Шерифы в зимнее межсезонье усиливает состав новичками. Тираспольчане подписали еще двух игроков. Это перуанский защитник Густаво Дуланта. Ему 25 лет. В Шериф он перешел из португальской высшей лиги, где выступал за Боавишту. Другой новичок – бразильский защитник Фернандо Пишоту. 22-летний футболист выступал за дубль французского Лиля. У себя на родине играл за Ботафого. Накануне тираспольчане провели очередной контрольный поединок. В крытом манеже принимали «Динамо Авто». Хозяева с первых минут активно играли в атаке, но счет открыли динамовцы. Прострел с фланга замкнул Сергей Гафина. Футболисты «Шерифа» отыгрались в концовке тайма. Отличился словенский новичок команды Лавро Бизик после идеальной передачи Кастанеды. Во втором тайме хозяева дожали соперника. Победный мяч под перекладину вколотил Димитриос Коловоз. В четверг «Шериф» проведет еще один контрольный матч против «Кодру».